Marked one! What the hell? Marked one! What the hell? Сейчас бы дома оказаться, в гамачке, да с книжкой толковой. Да, вот ведь как грустно все выходит. Take up your positions. Let's wait for the enemy. Stay alert. А то взять и послать эту зону к такой-то матери. Тут не за хрен собачьи, слова доброго никто не скажет. Эх, жрать как хочется. Почему тут никто рыгал дешевый не выставил? Клиентов отбоя бы не было. Чужой! Мочи!
Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил, на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик, свободен. Фуфло. Батоны нынче хреновые стали делать. Аппарат не взял, хоть бы мыльницу какую. Да, настроение хуже не бывает. И потянуло же меня сюда. Люди, отзовитесь, кто-нибудь, алло. Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. И хлюпает ему, значит: чего орешь, а? Вот такой. Удался уже полный штаны ежиков, но он все-таки отвечает: я того запутал. Кричу, вот кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал и говорит: ну я вот услышал. И чего теперь делать будем? Все-таки накоплю свой домик. А как залезть, чтобы выйти так сразу? День коту под хвост катится. Ни хабара, никакого приварка. И потянуло же меня сюда. А вообще-то тут интересно. Здорово даже. Не так, чтобы прям золотое дно. Ну так это времени побольше надо. Времени, сноровки опять же. Вот наберусь опыта. Будут и башни, как у людей. 100 пудов. Ну, немного не в тему, но вспомнил вот. Подъезжают как-то к бару два сталкера. Один на навороченной Тойоте, другой на раздолбанном таком Неваке. Ну, крутой выходит из тачки и видит тот, что на Ниве приехал, дверь никак закрыть не может. Ну, он ему, значит, и говорит: мужик, ты чего уродуешься? Кого тут бояться? Район спокойный, я тачку вообще никогда не закрываю. А тот ему отвечает: да я вот тоже не закрывал, так вчера, блин, бюреры залезли и все сидушки заблевали. А поновее ничего опять нету? Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Вот гад. Сальца бы хорошего сейчас. А чего я как-то слышал? С хлебушком свежим, да с чесночком. Один сталкер другому говорит: на днях вот к долгу заходил, на огонек. И как? Ну как, должен остался, а потом к свободе заглянул. Ну и что? А мне там говорят: мужик, свободен. В чем прикол? Ах, неохота мне за хабаром сегодня пристелся. Врачу, что ли, показаться? Блин, так не смешно же.